Изменения в жилищное законодательство были внесены в начале этого года. Соответственно, у нас изменилась структура платы. Это не только оплата жилого помещения, допустим, для нанимателей и коммунальных платежей. Это оплата еще и техобслуживания. Сами коммунальные платежи тоже структура изменилась, поскольку теперь изыскивается это холодно-горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, газ, электроэнергия. И твердые коммунальные отходы тоже, они входят в оплату коммунальных платежей. Взыскание производится путем выдачи судебного приказа. То есть это более упрощенный вид судопроизводства, когда без разбирательства, без вызовов должников, так скажем, выносятся судебные постановления, которые приравниваются к исполнительному листу, и уже на основании этого постановления производится взыскание.